Привет, зрители! Обзор фитнес-браслета Sony SVR-10. Он вышел уже в 2014 году, то есть 5 лет назад. Мега старый он. Вроде как у них есть 12-я модель с датчиком пульса и еще какая-то с экранчиком SVR-30. Потом они, по-моему, может быть, забросили вообще выпуск. Но вот этот попался мне. Я расскажу, что успел я заметить. Может быть, кому-то это и пригодится. Я бы, конечно, не стал покупать. Стоил он около 4000. Это, конечно, очень дорого, потому что сейчас можно купить за 2000 Xiaomi Band 4, который, ну, по сравнению с Sony, прям отличная вещь. Так, продолжаем. То есть SVR-12, как Smart Band 2, как я понимаю, он продается, сейчас я посмотрел в справочнике, в маркете, от 1600, ну это более-менее нормальная цена, но это не эта модель, а вот следующая с датчиком сердцебиения. Да, действительно, тут правда на заказ. Что-то какой-то странный сайт. Получается, и нету здесь какой-то. Ладно, 1800 есть вроде. Регард. Да, он есть. Ну, то есть для любителей могут купить. Тут ремешок они вроде поменяли. Какой-то другой. Магнитный, что ли. Вот. Вот этот 10-й, конечно, вообще. То есть он получается с 1000 рублей, может быть. И то на любителя. Вот. А так, конечно, можно купить Xiaomi Band 3 от 1000 до 1000, там он 500, ну до 2000 стоит. За 2 уже Band 4 можно купить Xiaomi. С экранчиком вообще я не знаю, продает ли Sony или нет. Так, где же... Так, что-то у меня вылетело. Так, давайте посмотрим коробочку. Очень большая пластиковая крепкая коробочка. Ну, здесь я считаю, не нужна эта коробка, провод зарядки, IP58, NFC, Bluetooth, SVR-10. Защита от воды, я что-то сомневаюсь. 58, правда, не 68. Потому что вот так он вставляется, и ну, вода, наверное, все равно попадет внутрь. А тут разъем. Этот микро-USB, может быть, он защищен. Но мне кажется, таким открытым разъемом вода зальет разъем. Он окислится. Или, может быть, он защищенный. Может быть, и так. Здесь вот кнопка есть с одной стороны. Здесь углубление под кнопку. Ремешок на ощупь нормальный, приятный, защелка двойная, но обычно одинарная, хорошо, что делают двойную, наверное, она не отлетит, но долго носить я его и не собираюсь. Черный цвет, такое приятное рифление, здесь вот он так лежит. Два ремешка, оказывается, дают
маленький и большой. Ну, интересное решение. Так, что здесь еще есть? Инструкция. И все. Ну, коробка слишком, конечно, это лишнее. Но, может быть, цена, чтобы оправдать. Это, наверное, год. 14-й. Так, сам браслет. И два ремешка, зарядка, проводок зарядки. Так, что здесь? LifeLock программка. Я не знал, что ее нужно ставить. Нужно ставить три программки. Драйвер, как бы SVR отдельно, LifeLock. И еще Communication Manager какой-то. То есть три программки, чтобы заработал этот браслет. Три программки. Очень неудобно все это сделано. Вот, кстати, 14-й год, 5 лет назад. В Швеции зарегистрировано Sony Mobile Швеции. Хотя вроде фирма японская. Так. Давайте дальше. В общем, сначала я даже подумал. Так, что это у меня? Сначала я даже подумал. Телефон хочет разрядиться. Что вообще не рабочая структура, потому что я поставил с маркета SVR-10 и ничего не запускается. Оказывается, надо три программы, но это ужас просто. Вот. Потом, естественно, никаких датчиков нету. Но здесь есть датчик только движения. Он шаги считает, что это еще сон. У меня сон совершенно не показал. Показал, что я спал час, но я спал больше. Так, получается, что совсем не точно он показывает. Вот эта вот штучка. А, ее, может быть, переставлять нужно на тот, на второй ремешок. Может быть, нет. Застежка. Она может потеряться. И она пластиковая. Ну, наверное, она долго продержится. Так что вот такой браслет. Естественно, я бы купил лучше Xiaomi Band. Да хоть 2, хоть 3, хоть 4. Смотря сколько денег вы хотите потратить. 12-й у него здесь датчик. За 1800 тысяч, ну конечно бы 2000, вот сейчас продается 12-й, экрана нету. На Xiaomi, на Huawei есть экран. Ну, только каким-то мега фанатам Sony, ну, вообще не вижу никаких преимуществ. Я говорил, планшет, ой, блин, браслет Xiaomi нормальный, но по сравнению вот с Sony, даже не с этим, а SVR 12, может быть, даже 30, это просто Xiaomi идеальный продукт. На пятерочку его оцениваю. Этот браслет, ну, я бы оценил очень плохо, очень, очень плохой. Если его продают за 2000, то я бы сказал, что, ну, может быть, рублей 500 ему цена. И то без экранчика, ну, совершенно неудобно. Программка, по-моему, не особо хорошая. LifeLock соневская. Но, кстати, что я могу хорошего оценить? Разъем микро USB.
То есть не нужно каких-то кредлов, зарядочек дурацких. Это отлично, это молодцы. Может, его резиночкой нужно, конечно, закрывать еще было бы, чтобы сюда все-таки вода не попала. Либо сделать вообще, чтобы он вставлялся вот так вот. Не с торца, а вот здесь вот, с плоскости. То есть, чтобы можно было не доставать. Вот так вот он вставлен. И тут проводок втыкаешь. Ну, а потом резиночкой его закрываешь, чтобы не доставать. Зачем его доставать? Хотя здесь конструкция сделана без вставок по сравнению с Xiaomi. Здесь ничего не вывалится. Нету вот этой вставки какой-то. Кажется, получше конструкция сделана. Здесь просто под экран можно было бы вырезку сделать. Так, ну, в общем-то, все. Это был обзор старого смарт-банда Sony SVR10. Я его сравнил. У меня был Xiaomi Band 2 и Band 4. Третьего не было пока что. У второго экран сломался, потух у Xiaomi. А так, конечно, даже бы я бы лучше взял Band 2, который можно купить, я думаю, рублей за 500. На этом все. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления.